Леха, пока АФК, задний трэш убейте. Алло, всем привет. Да. Здорово. Что старый делаете? Да, анонирую. Анонируете? ЗС-ку прийти пытаюсь. Как успехи? Помаленьку, помаленьку. Гидрос ясно будет, как успехи. Миликов много. Для гидроса не ждать. Старая, чё по наполам? В кого, куда? Чё фростгорна не берёте? Сейчас он придёт, возьмём сейчас. Я пока ещё думаю. Но на вайше по-любому будет Карина в хиле, я в элеме. РДД мало там, много надо точнее. Я сейчас всё скажу, погоди. Поменяю кирс. Пал, посиди-ка на замене пока. Фосгорн, скажу, когда принять. Слышно? Да. Лёх, чё по танкам? Так ты смотри, ты вот мало по меня. Я говорю, вот на боссе. Кават, Артемия, всё. А ты чё, четвёртый? Или ты ДД-спек есть? Не волнуйся, подстрахую танк. Попадаю. Принимать суммон? Нет. Если танки нет. Попадут, страха. Принимай. Как это бывает часто. Да и меньше урона по танкам будет прилетать. Ну все, все остальное я распределил. Единственное, что на пулы. Скажи еще, пацана. На меня можете на пулы. Вот на кого-то, на Артемию. Сопроты не забудьте танки. Если нужна помощь, кричите. Ну ты в рейд зайди, чтоб тебе ЕП падал. Ну я так за мага запрыгну сейчас тогда. Касочку ну, можно? Даю проверку, поедем. Два босса осталось. Не тупите. Агро, смотрите аккуратно. Все, все здесь. Еру в пула даем, по-быстрому больше. Больше снесем с пула, меньше будет. Блять. Ну сейчас все подойдут, а то там, блядь, даже подойти. Ты истерею по кому даешь? На френсица Макс. Пока не давал. Роги давай. Короче, палат слева там ориентируюсь, Артемис. На пол рога давай на кого-то, Никитос давай на Артемис. Босса, я думаю. Друиды, Рейнера, напоминаю. Да. Не в пустоту их сейчас кидайте, а вообще смотрите за хилами. Смотри за знаком. Случайно. Там урон вроде немножко по нерв.
Мобов урон, да, понятно? Конкретно бить АУЕ не надо. Цепляйте, видите, босс. Пол рейда, блять, милит. Активнее покрошу. Артемию не упустить. Держите на фул танк. Крошку стеснили. Гроз, смотрите аккуратно. Босс. Блять, ты чё? Нормально вообще? ПШ-ку дать не могу. Ложить. Тэм убрать. Кто, блядь, сорвал? Джон Никитос. Никитос, 250. У них 4 ПШ-ки. Тэмус. Охуенно. Сказал же, блядь, еще в роде держить. Ходить сразу как крестно. Кипончик, не хочешь подвинуться? Давайте, Локи. Пошли моба убивать. Все, тяну маба. По-быстрому сливаем. Следующий. Каску по магам. Сливаем быстро. Все, сразу ребаф дали. Даю проверку.
водой, он женек. Все здесь пошли на пост, этот, позиционку. По готовности, там по Настя готовности. Настя отошла вроде. Ничего страшного, один рестор шаман начал на... Все, поехали. Сейчас это, старик свою веру, плевай. Настя даст потом. Каску по ДК обновить 14. Аккуратно стопнули все. Блять, ну кто там опять? Женёк, нахуй. Шипы, блять, сейчас будет все шипы. 250 минут слышу. Вставай. Правка не. Активнее, активнее, больше ДПС по борту, по трэшу, как долго бьет. Ох, чуть-чуть. Умею хилиться. Горячо уже. Переводи. Семей будет. Ну, кому угодно, кроме НДК. Вот что сыграл? Не знаю. Че босс не по тебе постоянно? Потому что на пул дают на кого-то. Рога и хант. Так, блядь, трэша на пул, а не босса. Ну, я не знаю. Кого не бьют. Настя и Гера. Короче, это, сами наберут Аврора, Рола, Рола, Ханта даете на фул на, блядь, Войда. И по боссу играете. Ну, так я сейчас ниже, чем Брэкнет. Переведить начнем. Почти его просшотнуло. И просто ваншот. Босс был. Потому что печать 100%, а не 50. БР дать. Бафы сразу по друиду. Инера, гимна, ману, спой. Честно, я дам. Хорошо активный. Хорошо, еще больше половины пробил. Ланжарка вместе по лойду закинкала. Приводите.
Хорошо. Обратно играем. По боссу больше пива. Хорошо. Силан, если нету маны, залейте. Такая стадия у хило, что не надо спрашивать, есть возможность хилам кинуть, кидайте. Почему ее хилите, артифа задницы осторожно разворачивать? Ушение будет. Повышение на танк, осторожно, я говорю, плата будет прошибаться. Немножко левее, правее, коватка. Останься от Войда, чтобы оглушение на всех сразу накидалось. Просто первый фагер. Я вижу. Видите, экзекутка, так что правда. Все, переводим, стопнули все. На Войде сейчас будет, блядь, оглушение. Страшно на них один. Еще херач. Винер там еще просит шим. Жим на ману, если есть, собрать. Весит ляма. Темный. Будет одна перефаза, сейчас трэш добьем, там тут трэш остался, переводим, сейчас все стопнут, и не главное хилить с эскалатом, только сейчас не сорвите, и все будет, все, погнали, я по боссу, трэш может быть. И побьем босс. Ничего страшного. Ничего полезного упало дальше. Ага. Блин, капец прикол. Берет меня в таргет, кидает водяную гробницу. Гробница со все те, кто рядом со мной стоят, кроме меня. А если кому из троих друлей дать? Женуэн, Брун, Нарте. Роул. Всех хов. Всех хов. Что выбрать, тому отдавай. Рольте я не могу выбрать среди вас. На диспо только если могу паролить. Кто выролил, тому отдавай. Я так и сделал. Войд, у тебя такие плечи есть, Лич, я тебе не могу отдать на офспек. И пончик на диск.
Адмирал, зайдешь вместо меня на мага, чтобы шансы увеличить? Хорошо, скажи, а можно за ханта зайти? За звук. Ну, если никому не надо, можешь зайти. Ну, я смотрю, никому не надо, антипост есть. Барай. А помимо хантов-то еще кто-то шролит. Магам не нужно. Ну, магам надо FPO. Локом. Не знаю, вроде тоже. Нет. Нет, тебе я про лук. Ходи, он. Простите, поищи. А, про лук? Да, да, именно лук. Все равно раздули. Что там за лук? Неплохой, кстати. Скорее, РПВ. Да, вроде. Там, походу, по атаке без фонталы. Войд, Кават в танке, Калина, в хила, я в Элена. Роги на Кавате сидеть? На пулевой, точнее. Стражников. Кават на боссе, да. На пулевой, на него. Стражников, когда перефаза будет. Войд этих долбоящеров будет ловить. Розалина, смотри, что будет делать Лок, учись на будущее. Локи. Могу все... гений написать, если надо. Не... Давай, надо. Ну, кислый зашел. Там Локи, если что, знает, что делать. Да я знаю, что знаю. Ну, в плане, чтоб он не один бегал. Даем-то попросить. Кому-то слоты нужны? Ханта склад. Может, ханты дух стаи выключат? Ханты один хан. Было бы неплохо, кстати, да. Что, зачем тебе статы, правильно? Кладбон, ты тут или офнус? Я на ханте. А чё я так думал, это где-то вот. Слово потирает еще. Че там Гена? Ну, написал, посмотри. Прочитает, не прочитает. А сканин концерта. Че, пацаны, че помочь? Убили Лайш, че, пацаны, че помочь? Ну чё, на 4-5 забрал, пояс скоммуниздил, эти все скоммуниздил. Тапки скоммуниздил, всё. Да-да-да. Так. Полезный, что требую пишет, в рейд. Через 10 минут за... Как раз убьём. Напиши ему, через 10 минут мы лут делить будем. Ага. На сундук, скажи, на ваш сундук появился, сумануй тебя. Метки расставьте, пока трэш чистим. Старик, займись. Курить на 5 минут, идёте потом. Дуками уже... Можете не курить, блядь. Я раскидаю рейд. Если у тебя не канает, да, сумонит. На сундук уже не зайдёте. Целка? Да. Везде. Это разочарование полнейшее. Да, ну, это вообще... Повторите, это минус покупки на... Ты чё? Не, почему? Покупки есть, только если за ачивку ему заплатить, ему еще придется. Ну да, не, шмот есть, только он в рейде будет присутствовать, так да. А на сундуке уже хуй сос... Ну это не жестко, жестко. А что если у тебя челик будет покупать, а у него ачивка есть, то ему не надо за ачивку платить? Нет, конечно, ты...
Зачем ему платить за ачивку, когда у него есть ачивка? Амирал, я надеюсь, ты перестал шуметь там? Миш. В смысле, где? Пять минут, дай, пожалуйста, перерыв. Милики, кому не надо трэш? Мне в Раске не надо. Где Раска, перестал шуметь? Я поменяю на другого пала. Вот оказывается. А нам внизу еще что-то есть? Ты первый самый файл скидывал? А поставь дай портал быстренько, пожалуйста. Дал я тебе ассист. У тебя ДПС хороший, тебе нельзя уходить. А чё я не могу? Кирс, заходи. А что, уже распределил по меткам? Перерыв кончится, распределю. Просто сопротик тикает, вот и это. Ну тут... 2 минуты, мне кажется, ничего не станет. Локи, живые шкафы. Ой, из живых локов есть кто? Угу. Враска, ты тут? А? Ты тут? Кто? Ты, ёпки. Знаю, ты с кем говоришь. Назад стоило. Лох, на замене посидишь. Портанись сюда. Ему лох. Назад стоило, говорит. Дайте портал. Стрим есть у кого? Молодым это, дорогу же надо давать. Адмирал, вруби стрим, Лок, иди смотри стрим. Уже готово. Запоминай, что буду делать, слышишь? Да, сейчас. Давай. Какие вопросы будут после рейда, задашь мне? Ну, так рассказываешь, как будто там что-то сверхъестественное. Неважно, человек первый раз, пусть это посмотрит стрим. А теперь вопрос, как его открыть? На адмирала нажми в эфире в комнате и присоедини. Да, и присоедини. Так, на Локе метку. Пу-пу-пу-пу.
Духан, Дан там. Рога. Пожалуйста, ты тут? Да? Да, да. Смотри, ты будешь напуливать этих мудаков на кого-то, плюс еще там же долби их, хорошо? Да, да, да. Заходи, Кирс, ставлю рыбу. Чек на АФК. Лёх, ты тут? Да, я здесь. А, у меня знакомые хорошие есть, ШП и Эршам. Нужен гильдия? Давай потом, пусть я РТ. Нарция. Нарция, ты тут? Вижу. Погнали. Так, погоди. Скажи, сюда, нифига, я стою. Все тут трансляцию смотреть. Я еще не говорил. Не перебивайте, сейчас вы слышите. Погнали. Варс первой пати, который. Как там? Елмур. Ты стоишь в кресте. Пухан в черепе. Ауди в черепе. Лич в кресте. Зачетный в черепе. Никитос в трусах, я в черепе, в форсете, в луне, Талдаран в звезде, Враска в трусах, адмирал в звезде, Кирс в луне, Беладон в трусах. Женуэн крест, Зукал, Зукал трусы, Женек, Луна, Хилы, Денчик череп, Карина крест, Япончик Луна, Нарция Луна, ну и соответственно звезда. Настя. Кто остался без внимания? В черепе побольше народу кинул, потому что здесь бегать дольше. Свободное от времени РДД. Бейте, пожалуйста, трэш. Пока милики будут водяных. Голос у всех есть, кто назначен. По меткам кричите в три голоса прям. Что вышел зеленый, сразу свечкаемся. Чек на баф и на готовность на пул. Локи у нас принимающий, так что ему кидаем всю хрень. Открывать катализатор или что это за хрень? Маг. Генераторы, генераторы, во. Ну все, все готовы. Ребят, хочу. Еще раз извиняюсь, подскажите более подробно, как посмотреть стрим, что я вообще понять не могу. Старик, смени лут на поднять. Нажимаешь? Сменю. Нажимаешь на адмирала и присоединиться к стриму, там есть такой на... Нажать кнопку. Даже не обязательно нажимать, просто на ник адмирала, на виде откроется окошко справа, ёпта, присоединиться. Все, включил. У меня такого нету. В Дискорде. Нет. Наведись на самого адмирала. В гостиной он сидит в данный момент. И нажми присоединиться к стриму. Он может через Android сидеть, через телефон в Дискорде. А что, через Android нельзя, что ли? А через iPhone может. Ну, через iPhone. iPhone же Android тебе. Android. Слушай, Лука, сделай нам жизнь облегче. Ты через что сидишь? Я сижу через комп, но я не вижу нигде эфир или что-то в этом подобное. Может, старая версия стоит. Блять, посмотрит потом стрим записи до хуища. Давай. А как у него старая запись, он обновляется сам? Женек, чего не хватает?
Настя, адмирал, Женек, вижу, Женек, что надо? Пристабав, дадут по ходу движения, ты тотем сопротивления сил природы, не забудь, пожалуйста, поставить. По ходу боя каску ребафните по магам. Нет, Женек, ты тотем на скорость ставь. Настя, ставь сопротивление, и я по разные стороны. Я Женек, ты в центре поставил? А, он есть. Поднять половину. Угу. Чем даже не заметил этот лицо. Я за одну джагу что-то удивился. Бафа дайте по нему, пожалуйста. Все зеленые хрень кидают в Лока. На второй фазе. Треугольник трусы, он под вас бегать будет. Кто крикнет, где зеленый. Милики, сильно вниз не спускайтесь. РДД вообще не спускайтесь. Носите там этого спутника или как он там, блядь, чтобы будет понимал, с какой стороны ловить. А в трусах у нас хил присутствует? Везде хил есть. А в трусах не хилажется. Крест. Странник с луной. Дынчик, череп. Я говорю. Настя, звезда. Луна, япончик. Крест, брун. Инерция, трусы. Че, не зеленый еще не выпал, что ли? Ну, жесть, но воду убил. Жена, я надул. Зеленые трусы зеленые. Да мы поняли, что у тебя трусы зеленые. У меня зеленые трусы, ребята. Аска подбегает. Так, свободный РДД, смотрите, там очень много трэша на ковате. Странник если... вышел с квеста. Теперь странник освещает.
Моб гуляет в городе. Зелень, посмотри. Зеленая луна. Помогите луне. Жену я нарезать? Да. Проебали. Только ДПС. Привет. В звезде помогите в трэш забить. Никто не пиздит. Да, в звезде вообще никого нет. Еще один заплет. В черепе появился зеленый, никого вообще там нет. Так а чё не анонсить? А я не знаю, я просто вижу, откуда яд летит. Вон кто-то подобрал зелень. Локи, а давайте. Слейте этих ближних. Трэш звезде все еще никто не льет. Там были ДДшники, я говорил же. Пухан, иди звезде, помоги, пожалуйста. Крайний остался. Зеленый в черепе. Праник луна. Ебали, ну. Где странника, странника? Ты вообще... Что же вы с ним стоите-то вплотную, я не понимаю. Крайний остался, крайний зеленый. Давайте, ребята. Трусы. Помогли трусы, все свичнулись. Опять зеленые трусы? Кто рядом? Кухан. Все, открыли, трэш залили. Все РДД хилы в звезду. Инира, если есть, сбросьте, пожалуйста. Япончик. Каты. Скатов убиваем, ханты все вообще. РДД. Уведите босса, пожалуйста, с центра. Начните его по-нормальному танчить. Все в звезду прыгните. Катов валим. Кучнее звезду встали. Так, сейчас я бурст в босса отдам. И скатов начну бить. Бейте скатов. Вольт, забери, а то я броню набиваю. Вы все в луже стоите. Кучнее звезду станьте. РТД скат.
чуть правее. Скаты. Добейте скатов. Все, в сторону уходим. Вот этих крайних скатов добейте, я дам Геру и будем пилить босса. Вот этих крайних. Уже Геру пора, 12 лямов. Геру даю, ну-ка скатов добейте вот эти. Все, боссы. По япончику не раздайте. Я на ману отдаю. На лужах не стоим. Дерево выйдет. Вообще. Молодцы. Вагоны. А трусы зеленые. Трусы зеленые. Да, ЗЗС. Ты, может, треснешь меня лучше? В бою были. Интересно обязательно. Спасибо. Так, воронка моя. У тебя есть башка. Чего? Я на тотем собираю воронки. Ай, нельзя. Это следующая лука. Сейчас посмотрим, кто второй там был, блядь. Ладно, пока лут, потом переролим. Да все забываю, вчера Лёха добро дал, у меня в голове теперь одна хуйняет. Я вчера тоже хотел три воронки забрать на двух. Брал, покажи, где у тебя урон по скатам. Ага. Пишет мне, выебывается. Ага, бля. Вчера. Там 13-я, что ли, у него позиция по скатам? Смотри, как ты по ним бил. Чё по вашей ДПС копает, ну-ка шифтанить. Я это вижу. Полдорам та же история, 5000 у тебя. Отдаю второму.
теперь так, вам ГП надо чистить, да? Так, теперь воронку еще раз перерулим. Давайте. На мейн? Да, на мейн. Мейн. Открывай портал, Мак, пожалуйста. Женуэн. Какой портал? Женуэн. А у тебя что мейн? Женуэн. Сова. Не, я понял. У тебя есть там что капать? Лёх, потом можно будет тебя позвать в какой-нибудь другой отдельный канал попиздеть кое о чем? Да? Я с тобой. Ну всё, это Лёха, Женуэну отдаю. Запишешь?